Следующая марка. Диве, как называется? Диве Дестата. Диве Лето. Как переводится? Лето? Диве Лето. Дива. Дива Лето? Дива Лето, да. Понятно. Это марка. Пляжный ассортимент. Пляжный ассортимент. Купальники, пляжная одежда. Производится тоже на севере Италии, в городе Мантова. А эту марку мы представляем уже более 5 лет на российском рынке. Очень чем нравится. Она хороша? Марка хороша, потому что очень хорошая посадка, используются ткани только итальянские и очень высокое качество при достаточно умеренной цене. Это какая умеренная? А цена у нас получается от 29 до 39-40 евро за купальник. Туники из шелка 65 евро. Цветовая гамма всегда очень интересная. Однотонные купальники, вот, например, такой бирюзовый цвет, очень нравится нашим покупателям. И также вот это платье белое. Очень интересная коллекция. Цветном принте. Вот это тоже бандо, оно как бы имеет косточки сбоку боковые и здесь, каркасы. Боковые здесь. Здесь, в общем-то, крепеж для бретелек. То есть можно и с отстегивающимися бретелями? Да, они все с отстегивающимися бретелями. В этой марке очень хорошо, что можно разбивать, то есть вверх и вниз. То есть можно разбивать и размерный ряд, и к бюстам заказывать любой тип трусиков, которые у нас как в коллекции. Белый? Не желтеет? Да. Нет, не желтеет. Проверено. Сами носим и, в общем-то, довольны очень. Плавочки с завязками? Да, и все плавочки двойные, и единственный шов вот внизу, все двойные. Красивая серия, вот эта коралловая, с применением кружева. Размерная шкала до 50-го итальянского размера. А чашка? Чашка есть одна модель, которая у нас до чашки Е. Сейчас я вам ее покажу. До чашки Е, здесь 3 шва в чашке, как бы регулируется бретелька. Очень хорошая посадка. Мы видели этот купальник. Там чем отличается? Купальники в сплошном. Из этой серии очень понравилось это бандо с этим рисунком красивым. Это вот прям тоже кружево макраме, которое тоже производится в Италии. Вот эта чашка тоже, которая даёт с рисунком. Разнообразные трусы, то есть есть вот такие, которые можно регулировать, можно, в общем-то, вот, поворачивать вот таким образом, регулировать высоту. Да. А вот это вот, смотрите, с такими объемными цветами. Да, с объемными цветами, это зрительно увеличивает грудь. Такое, фэшн. С пайетками. Да, с пайетками. Очень интересные. Вот это молодежная линия такая яркая. Оригинальная обработка. Да, оригинальная. Это вот молодежь любит в Италии. Треугольнички. Очень. Треугольнички, они уплотненные. То есть вот здесь можно убрать уплотнитель, если кому-то не нравится. Такая веселая молодежная серия. Можно грудь либо визуально увеличить, либо уменьшить. Либо уменьшить.
очень понравились вот такого плана платья. Эти платья стоят 40 евро из натуральной вискозы и очень хорошо продаются. 6 цветов цветовой гаммы. Евро, порядка 100 евро в рознице, 6-7 тысяч. Очень интересная серия с пайетками. Блестящие. Блестящие пайетки, причем пайетки вот реверсные, то есть можно и сюда, и сделать. Создают разный визуальный эффект. Этот, и блестят на солнце. Да. Привлекая внимание. Неотразимые на солнце. Просто очень красивый эффект. Красивый синий цвет. Передает камера, не знаю, как на самом деле красивые эти пайетки. И вот пушап. Издалека как будто это стразы. Да, переливается. За однотонной линией очень хорошо продается вот эта чашка перевертыш, двойная. Ну, в смысле, форма, да. Бесконечность. Здесь тоже отстегивающиеся бретельки и двойные трусики, которые можно носить. Тут единственный шов только внизу, и можно их носить как бы и на ту сторону, а то тут пришита буквально этикетка, то есть ее можно убрать. Легко снимается. Да, легко снимается, можно носить. Цветами из... Да, здесь у нас вышивка на любителей яркого, но не останетесь незамеченными. Чабелло. Это платье тоже очень интересно. Очень легкое, приятное платье для пляжа. Или вот это. Это шелковая серия, 65 евро стоит туника, полностью шелковая. Тоже шелк. Тоже шелк. И вот эта серия тоже очень красивая. Да, это уже стразы Сваровски, да? Да, это стразы Сваровски. Получили мы представление о Дива Дестата. Лето. Удивительное лето, скажем так. Переведем на русский язык. Спасибо, Таня. Дальше продолжим. Продолжим.